Մազերի փոխպատվաստման մասնագիտացված կենտրոն։ Շարունակում ենք առաջինի եթերը եւ ես Դավիթ Ստեփանյանս կշարունակեմ քննարկումը թեմայի շուրջ միացած տեսակապով մեզ միացած Կիևից քաղաքական մեկնաբան Օլեգ Սահակյանի հետ։ Здравствуйте, Олег. Приветствую вас. Спасибо, что вы с нами. Олег, самая такая горячая новость, которая касается Армении и Украины, это вчерашняя встреча на полях Гранадского саммита наших лидеров, президента Володимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. О чем, на ваш взгляд, ну, повестка, естественно, неизвестна, могли говорить наши лидеры сегодня? Потому что единственный вывод, который мы можем сделать, это те озабоченные лица у обоих, да, наших лидеров, которые в этот момент были зафиксированы на этой фотографии, которую мы видели. Ну, прежде всего, хорошо, что мы не знаем, о чем говорили. Это уже во многом характеризует то, что данный разговор состоялся доверительный. Ведь если бы стороны побежали бы на перегонки заявлять, а вот мы чем-то тут обменялись, то это было бы куда хуже. Очевидно, что разговор, значит, был содержательный, по крайней мере, его содержание, прошу прощения за тавтологию, не для ушей медиа. О чем же могли говорить? Конечно, безопасностные аспекты. Я думаю, что господин Никол хотел донести до господина Зеленского те реалии, которые складываются, по мнению Армении, сейчас в регионе. И некий, как минимум, минимальный экскурс в ситуацию и пояснить, каковы дальше действия будут Армении. И я думаю, что для Армении сейчас интересен опыт Украины, и в частности взаимодействие с западными партнерами, и в части военной поддержки, и в части дипломатической опоры, и того, как работать с западным общественным сознанием, с точки зрения медийной работы. Это, конечно же, тот опыт украинский, который, я уверен, что сейчас в Армении будут перенимать. Я думаю, что здесь было интересно услышать какие-то вещи от Зеленского, как минимум обратить внимание на данный вопрос и на сходство ситуации Армении и Украины. Зеленский, я думаю, что также был заинтересован в данном разговоре с точки зрения лучшего понимания ситуации и того, как в этой сложной для Украины сложившейся конфигурации, где для нас все стандартные геополитические компасы сбиты по ситуации на Южном Кавказе. Как, тем не менее, выстраивать добрососедский и конструктивный диалог и с Арменией, и при этом, конечно же, для нас важно, что Азербайджан является также стороной, с которой у нас есть взаимодействие, особенно в разрезе взаимодействия с Турцией. Я думаю, что здесь и господин Зеленский доносил до господина Никола, что у Украины есть четкое понимание добрососедских взаимоотношений и того, в чем Армения может опираться и рассчитывать на Украину. Где, собственно, этот коридор взаимодействия на сейчас и как он может расширяться еще больше. Ведь Украина, например, как только в Армении начались более решительные действия в сторону диверсификации внешней политики, тоже это сразу же отметила и на дипломатическом уровне. Мы видели, например, поздравления от замминистра иностранных дел Украины, достаточно теплое и при этом очень конкретное Армении с Днем независимости. Можно увидеть, как корректировалась официальная позиция Украины по отношению к азербайджано-армянскому противостоянию. Украина очень четко следит за ситуацией, держит руку на пульсе. Конечно, не всегда хватает в Киеве должного понимания ситуации, ведь мы заняты своей войной сейчас, и, безусловно, большая часть внимания, аналитических ресурсов, политических, конечно же, направлена прежде всего на то, что у нас сейчас приоритет – это победить в этой войне. Но, тем не менее, несмотря на это, Украина все максимально держать руку на пульсе. Поэтому я думаю, что разговор не даром был не публичным, и содержание его не выходит в медиа. Я думаю, что это был доверительное прощупывание позиций друг друга и обмен оценками относительно ситуации и ожиданий друг от друга. Смотрите, Олег, вот эти вот решительные действия Армении, о которых вы говорите, о смене геополитической ориентации, внешнеполитической ориентации, ясно, что их так замечают на Западе, и мы видим, что по итогам вчерашнего Гранадского саммита, по заявлениям, которые были озвучены европейскими лидерами,
по той активности, которую Никол Пашинян продемонстрировал в ходе этого саммита, мы видим, что все это получает должную оценку на Западе. Но очень важно сейчас, я только что об этом говорил, не впадать в эйфорию, как это свойственно нашему народу, и реально просчитать все наши возможности, которые нам открывает вот эта смена настроений, которую мы видим у наших европейских партнеров. Вспомним даже резолюцию Европарламента, которая была принята вчера, в которой алиевский режим был подвергнут откровенной обструкции, на мой взгляд, и суметь отличать реалии от заявлений. Какими вам представляются перспективы, какие реальные возможности дает Армении все то, о чем я только что говорил? Вот предел наших возможностей, которые мы получаем сегодня, а эти возможности мы действительно получаем. То есть попробуем отличить мух от котлет. Ну, смотрите, конкретный предел сейчас назвать очень сложно. Он будет все время расширяться, знаете, как горизонт. Вот на данном этапе, вот меня интересует данный этап. Я понимаю, что вопрос очень обширный. Если говорить сейчас, то есть консенсус относительно дипломатического давления на Азербайджан для придерживания ним международного права, соответствие его действий международному праву, которое мы видим, что, к сожалению, не соблюдается, и, соответственно, обструкции международной Азербайджана и повышение этого давления. Это то, что есть сейчас в дипломатическом поле. С другой стороны, есть симпатия и сочувствие к Армении. То есть мы можем говорить об эмоциональном подходе по поддержке Армении. Третий момент – безопасностный. Наращивание договоров и партнеров для военно-технического переоснащения армянской армии и в целом сил безопасности. Мы видим это со стороны Франции, которая прямо и четко черным по белому заявляет, что они помогают Армении вооружаться. Видим определенные действия в этом же направлении в Соединенных Штатах через Атлантику. Также в ряде других европейских стран сейчас об этом разговаривают, ведут беседы, пока не выходящие в публичное поле, скажем, профильные экспертные. То есть, как минимум, опосредованно через Францию, а возможно и напрямую мы можем увидеть и в других странах также консенсус относительно возможности военно-технической помощи Армении. Ну, в частности, ряд вооружений имеет комплектующие и части, собственно, разработок военных, они имеют происхождение не только с одной стороны, а с нескольких стран, и, соответственно, для, например, экспорта такого вооружения необходимо политическое согласие тех стран, где произведены либо комплектующие, либо и вовсе техника. И, соответственно, например, в этом также сейчас есть достаточно позитивный контекст, в котором, скорее всего, в случае обращения Франции, другие страны могут поддержать возможность передачи такого вооружения Армении. Вот это, я думаю, сейчас три ключевых точки. Первое, повторюсь, это дипломатическое давление на Баку. Второе – это симпатия и внимание к Армении. И третье – это готовность сотрудничества в военно-техническом плане. Соответственно, доходя до того, что вот украинский опыт показывает, что на определенном этапе это может перерасти в сотрудничество военно-промышленных комплексов. И тут, в частности, важно и для Армении, имея определенный военно-технический потенциал, реализованный уже на территории Армении, кооперироваться с другими производителями, в частности, возможно, получить наращивание производства вооружения на собственной территории. Ведь мы понимаем, что во многом сейчас слабые позиции Армении связаны с двумя позициями. Корень их во многом один, лежит в Москве. Одна – это геополитическая ориентация Еревана в течение многих лет, десятилетий на Москву. И, соответственно, крах геополитической конструкции, которая опиралась на Москву и на ДКБ. А второе – это технически уступает Армения Азербайджану, ввиду того, что снова-таки Армения была выключена из циклов кооперации международных, ориентируясь на постсоветское пространство, прежде всего на Россию. И, соответственно, у Армении есть одни из самых современных истребителей, которые не летают, не обслуживаются и не имеют к ним комплектующих. Но при этом есть огромнейший дефицит по целому ряду номенклатуры, которая является базовой и необходимой для того, чтобы вести современную войну. Смотрите, Олег, Армения в известном смысле сейчас повторяет
с 5-летним опозданием повторяет тот путь, который прошла Украина после смены власти, которую в Москве охарактеризовали как Майдан, в основном так характеризуют. И у нас есть серьезные опасения, что мы можем также разделить в известном смысле участь Украины. То, что сделала Россия в ответ на этот путь, на волю украинского народа, и, соответственно, не исключено, и этого, на мой взгляд, следует ожидать, что также Москва может поступить и с нами. К великому счастью, счастью для нас, общей границы с Россией, с нашим стратегическим союзником у нас нет. Но есть другие угрозы. Я очень часто говорю об этих угрозах. Это угрозы внутреннего характера, это угрозы, скажем так, которые Россия может применить с целью дестабилизации внутренней обстановки в Армении. Мы видим, что на данный момент Москва уже консолидировала и применила практически весь свой ресурс, так называемую пятую колонну в направлении смены власти в Армении. Ну, к счастью, в Армении прекрасно понимают, что все это означает, и мы это видим по численности людей, которые выходят на митинги, на акции протеста против власти. Но, тем не менее, поговорим об угрозах. Это угроза экономического характера, отключим газ. Кстати, очень вот такое, я всегда привожу эту параллель, Украине долгую году стращали следующим. Отключим газ, отберем Крым. Ну, мы видим, к чему это все привело. Отключили газ, отобрали Крым, но потеряли, в большому счету, саму Украину. Армении долгое время угрожали отнять Карабах. Это было действительно так. Карабах отнят. Остается газ. Ну, это так образно говоря. Мне хотелось бы узнать вашу оценку, что вы думаете насчет этого. Какими угрозами Армения может столкнуться в ближайшее время, в том числе гибридного характера, которые будут идти из Москвы? Смотрите, я бы, наверное, сказал бы, что я по хронологии, как вы поставили вопрос, относительно опыта, то стоит смотреть, наверное, даже шире, и относительно Украины скорее релевантнее власть Пашиняна сравнивать с событиями 2004 года, с бескровным приходом власти господина Ющенко, ввиду того, что выборы фальсифицировались, третий тур, и, в общем, тогда первый визит Ющенко был в Москву, ведь пытались объяснить, что данная революция не является геополитическим разворотом. Это же делал и Пашинян, прошу прощения. Я же об этом же. Очень много аналогий, и мы можем пройти весь этот путь от того, что Ющенко пытался балансировать и сохранить связи с Россией. Ну, российская военная база у нас находилась в Крыму. Докидываем, что называется, аналогии. Военные учения все в Украине происходили под легендой нападения Запада. У нас ни одного учения не происходило с моделированием возможного нападения со стороны России либо Беларуси. Это при западном, как его клеймили, оранжевом, фашистском, уже и тогда эти тезисы от России звучали националисты Ющенко. В общем, здесь, я думаю, он более релевантен, если мы говорим о сравнении ситуации, хотя никогда нельзя сравнивать две ситуации в разных странах как абсолютно идентичные. Они всегда имеют огромнейшее количество своих уникальных обстоятельств, тем более, что и времена разные, все-таки есть разрыв в десятилетия между этими событиями, если не в полтора. Также здесь можно наводить опыт Грузии времен Саакашвили, который также будет достаточно релевантен. Но ключевое, вы сказали, что у России инструментарий он достаточно ограничен, и они абсолютно одинаково по кальке действуют во всех этих кейсах, и украинском, и грузинском, и в частности сейчас армянском. В Армении я бы сказал, что сейчас заходят на третий круг. План А провалился, план Б тоже несостоятельный, и сейчас Россия заходит на план С по дестабилизации. Что же был за план А? Это втягивание Армении в полномасштабное военное противостояние. Провокации могли пройти по границе Азербайджана-Армении. Азербайджан бы заявил, что Армения принимает участие в боевых действиях. И, в общем, так называемая антитеррористическая операция перерастает в принуждение Армении к миру. И в таком случае Россия выступает спасителем Армении в момент, когда азербайджанские войска уже на армянской территории, все конструкции дипломатические в крахе, мировое сообщество
общество парализовано в своей жесткой и однозначной реакции и географически, и политически, поскольку с Арменией нет союзных и безопасностных договоров. И при этом и ситуация с тем, что а бог его знает, кто там действительно стрелял, однозначно никто заявить не может, потому что не было там персонально глаз, которые бы сказали. Но это удалось не допустить целым рядом и дипломатических, и доходя до абсолютно такого уж прямого шага, это объявление совместных учений, размещение американских военных в этот момент на территории Армении, что до небес подняло риски для Азербайджана и России подобной провокации. Соответственно, план А провалился. С этого момента началась операция по раскачке Армении изнутри, с опорой на пророссийские силы, которые с тезисом о Пашиняне как о национальном предателе, который не вступился за армян Карабаха, который капитулировал, по их словам, хотя где там капитуляция и как ее искать, если и была, то была капитуляция российских миротворцев, которые отказались от выполнения взятых на себя обязательств, которые им были делегированы, предав. При этом армян Карабаха, воспользовавшись ними, приведя перед этим марионеток, которые, собственно, и провернули всю эту операцию со стороны России, помогая Азербайджану занять Карабах. Но тем не менее, этот тезис, конечно же, на флаге, но беда тут России ровно та же самая, которая была и в Украине. Это то, что пророссийские силы абсолютно маргинальны, они связаны очень тесно с коррупционными скандалами, с криминальными влияниями, и в общем популярности особо они в обществе не имеют. Поэтому если говорить об оппозиционности их, то, конечно, части общества они рассматриваются как противовес и сдерживающий фактор. Их поддержка все же присутствует. Но если говорить о них как о революционерах, которые несут лучшее будущее, то тут даже среди среды их симпатиков всем прекрасно понятно, что это далеко не те люди, которым хотелось бы в руки отдать будущее, и которые качественно отличаются от нынешних властей, соответственно, они достаточно маргинальны в статусе революционеров. И тут беда России абсолютно одинаковая. Они всегда делают ставку на самое непотребье, и их поддержка, их пятая колонна, она парна, мягко говоря, в обществах. Соответственно, заходит сейчас на третий круг. Третий круг – это дестабилизация с опорой на социальную базу числа беженцев с Карабаха и, соответственно, возможные действия для обострения ситуации. Россия сейчас будет паразитировать и всячески эксплуатировать трагедию и беды людей, которые вынуждены сейчас покинуть свои родные дома в Карабахе и переместиться на территорию Армении, бежать благодаря действиям России. Россия, которая фактически их оттуда выгнала, теперь же будет эксплуатировать это, направляя их праведный гнев на армянские власти и пытаясь среди этой среды как раз создать критическую массу тех, кто готов был бы идти на более радикальные шаги по изменению властей. Угу. В частности, я бы не откидывал бы очень гадкие и подлые шаги со стороны России, которые могут быть. И тут для того, чтобы это не выглядело как безосновательные фантазии, нам всем напомню 90-е годы и теракт в армянском парламенте, который фактически и во многом спровоцировал потом ту траекторию политического развития, которую мы наблюдали, закрепление российского влияния, карабахского клана во главе Армении, в общем, продолжение всех тех бед. По словам Литвиненко, беглеца российского в Лондон, которого вследствие российские спецслужбы по приказу Путина напоили чаем с полонием, что в самой России с самим Путиным не отрицалось, ведь он видел в этом его наказание как предателя. По словам господина Литвиненко, этот теракт был произведен тогда ФСБ. Для того, чтобы не допустить мирных договоренностей между Азербайджаном и Арменией, которые бы положили бы край азербайджано-армянскому противостоянию, и, соответственно, со стороны Армении, понятно, где это были бы обменены эти районы, которые были оккупированы азербайджанские, на статус для Карабаха, армян Карабах, их возможность безопасности, жизни и развития на территориях. И, в общем, это, по его словам, уже стали близки к тому, чтобы достигнуть договоренности, которая бы полагала, что Россия покидает регион, и ей там не рады, и в ней нет никакой потребности. И чтобы сорвать это, в России был произведен теракт в армянском парламенте и приведение более радикальной карабахской группы к власти, и, соответственно, повторюсь, траектория была тогда.
Возвращаемся в сегодняшний день. Я думаю, что политические конвенциональные методы у России в край ограничены для того, чтобы сместить армянские власти. Это непопулярное у армян. Использование фактора карабахских беженцев и манипуляции их горем и бедой – это социальная база, но это недостаточный инструмент. Соответственно, я бы не откидывал бы того, что Россия может пойти на определенные неконвенциональные шаги из арсенала спецслужбистских, в частности, и террористического характера. Напомню, что в Украине оранжевая революция ознаменовалась еще одним моментом, когда Ющенко был отравлен диоксином. До сих пор это дело повито мраком, как очень часто в подобных делах и бывает. И напомню, что в западной номенклатуре данный диоксин называется как агент «Оранж». Именно под таким названием он использовался во время войны во Вьетнаме с Соединенными Штатами. Искаженная и специфическая российских спецслужб, в частности ФСБ, очень хорошо известна. Литвиненко, который работал над ядерной программой «Напоить полонием», оранжевого, как называли в России, кандидата президента Ющенко отравить веществом под названием агент «Оранж», а Навальному, который новичок во власти, за избыток тестостерона, который он проявил, кинувший вызов Путину, взять и намазать гульфик трусов химическим веществом под названием «Новичок». Есть еще немцов, которого просто расстреляли на мосту. Да, и, кстати, это очень интересный момент, что очень резко это выпадает из общего ряда, как действуют российские спецслужбы. Тогда, что действительно в Кремле был гнев, ведь в данном случае это было реализовано не спецслужбами, а это был шаг одной из групп внутри самого российского эстеблишмента через, скажем, свой персональный силовой блок, одной из частных военных компаний российских. И это не имело ничего общего с приказом от спецслужб, и вероятно, что в данном случае хотели просто сделать подарок Путину без, собственно, его прямой указки. Потому что такой шаг по убийству Немцова – это был огромнейший кризис, для внутренний элитарный кризис для самого Кремля. Тогда к этому не был готов никто, я думаю, что Немцов как раз это исключение из этого общего ряда. Но тем сейчас, в случае Армении, я думаю, что риски лежат в плоскости манипулирования горем покинувших Карабах армян и возможностью реализации неконвенциональных методов, в частности террористических, для того, чтобы сместить либо дестабилизировать ситуацию. Сейчас уже Россия, я думаю, что прежде всего будет играть не столько в приведение пророссийских политических сил, сколько в создание глубокого политического кризиса в Армении, а вот в результате его уже либо приведение других политических сил, либо создание ситуации, когда с Россией придется, соответственно, просто хаотизация ее тоже устроит. Продолжая вашу мысль, Олег, я просто напомню, что Владимир Путин, который все эти годы существования российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, неоднократно подчеркивал, что российские миротворцы обеспечивают безопасность и, да, защищают армян Нагорного Карабаха от всяческих угроз. Вчера, выступая на Валдае, Владимир Путин совершенно цинично заявил, что, оказывается, функция российских миротворцев в обеспечении безопасности не входила. Они просто там присутствовали и наблюдали за ситуацией. Иными словами, фактически можно констатировать, что они просто наблюдали, как азербайджанцы вычищают, подвергают этнической чистке население Нагорного Карабаха. Подтверждением чего является то, что в Нагорном Карабахе фактически сегодня не осталось армян. Но я хочу поговорить о другом. Что, собственно говоря, выиграло от всей этой комбинации Москва? Если оттуда ушли армяне из Нагорного Карабаха, и сегодня уже идут обсуждения, уже начатое обсуждение по выводу, это, полагаю, логический шаг российских миротворцев. Что от всей этой комбинации, собственно, выиграла сама Россия? Я вот хотел бы, чтобы вы об этом поговорили со мной. Я добавлю еще один эпизод к прошлой теме, о которой мы говорили. На полях саммита в Гренаде в выступлении господин Зеленский информации, предоставленной украинскими спецслужбами, о том, что если сейчас, например, российско-украинская война останавливается,
ну, производится заморозка конфликта. По оценкам украинских спецслужб, Россия сможет возобновить свой военный потенциал приблизительно к 2028 году. И не просто возобновить потенциал, а Россия настроена на то, чтобы произвести агрессию против других государств. Ведь в Украину в данном случае будет сложно сунуться, ведь понятное дело, что Украина милитаризирована и не будет этого оставлять, и, соответственно, разморозить линию соприкосновения для России ничего хорошего не будет нести без внутреннеполитических изменений в Украине. А вот взять и устроить небольшую победоносную войну где-нибудь в другом точке, в другой, для России, конечно же, было бы крайне геополитически выгодно. И господин Зеленский четко говорит, что по информации украинских служб, это восстановление военного потенциала до 28 года и проведение агрессии, военной операции в отношении других государств. Прежде всего, это рассматриваются балтийские страны и страны присутствия российского военного контингента. Помимо что Армения это одна из стран, где находится российская военная база. Я думаю, что такие серьезные лица, как вы отметили во время встречи Пашиняна и Зеленского, могут быть связаны в частности с этой темой. Просто не хотел ее озвучивать, но сейчас, когда мы говорим об рисках и вызовах для Армении, думаю, что все же сопоставить эти два факта, которые публично были заявлены, мы имеем полное право и, наверное, все-таки стоит. Возвращаясь к тому, что выиграла Россия данным шагом, отвечая на ваш вопрос. Я думаю, что Россия рассчитывала выиграть куда больше. И все-таки сценарий А был для них основной, сценарий Б, дестабилизация ситуации в Армении, также они предполагали, что он реализуется. Сейчас они уже действуют в хвосте событий, ведь последние буквально несколько недель российскую игру очень серьезно сломали целым комплексом мероприятий, как армянских, так и международного сообщества. Поэтому сейчас все пошло уже не по плану для России. Но что остается? Россия будет пытаться дестабилизировать Армению и, соответственно, обменять Карабах, условно говоря, на Армению. Я думаю, что у Азербайджана здесь остается определенный уровень обязательств с точки зрения помощи России в этом. Второй момент – это Зангезурский коридор, который интересен России, который уже реализовать в том виде, как хотелось, не удастся. И симптоматичным была позиция Эрдогана относительно этого, что, да, собственно, есть через Грузию можно развивать коридор, да и через Иран. Мы обратились... Через Иран, он сказал. Иран, да. Эрдоган там же заявил, что он обратился к Ирану о том, что с предложением, что можно через них развивать и наращивать возможности данного логистического коридора по территории Ирана. В общем, тем самым Эрдоган себя вывел за скобки Зангезура в присутствии Алиева, как бы сказав, что на них рассчитывать в данном случае не стоит. Тут абсолютно понятно, не будем углубляться, почему Турция сейчас на этот шаг идет. Эрдоган не в лучшем положении. В общем-то, я думаю, что всем прекрасно понятно, что он сейчас фиксирует для себя возможные риски и отпозиционируется максимально от данной авантюры. Всех собак, при этом вешая, понятно, на Россию и отпрыгивая от России. Поэтому тут сценарий с Зангезуром также для России сейчас достаточно сомнителен в возможности реализации, но это не говорит о том, что Россия не будет пробовать как-либо действовать. А руками Азербайджана, естественно. И третье. Руками Азербайджана. И Азербайджана, и персонально. Я думаю, что пятая колонна все-таки в Армении присутствует и политическая, и не политическая. Россия будет действовать комплексно. Опять же, гибридные мероприятия. Россия сейчас будет максимально делать все для того, чтобы скинуть армянские власти и остаться в регионе. Россия отдавала Азербайджану Карабах в обмен на то, что она остается в регионе, усиливает свой контроль за Арменией и, соответственно, таким образом ломает конструкции, которые выстраивались не один год по диверсификации ситуации по разрешению Азербайджана-армянского противостояния. Но я бы, кстати, не был бы так уверен относительно вывода российских миротворцев с территории Азербайджана. Ведь тут тоже интересный момент. Азербайджан по результату получил ситуативный для себя успех. Алиев продает его своему внутреннему избирателю, общество как постановление территориальной целостности. И тут, конечно, не безосновательно. Безусловно, для него это ситуативная победа. Но какой ценой? Ценой наращивания стратегических рисков. Теперь Азербайджан попадает в международную изоляцию. Ведь теперь вся ответственность за то, что происходит в Карабахе, лежит на властях Азербайджана. И Армения также четко под этим подписалась. Во-вторых, теперь уже нет фактора, что там нет хороших парней.
Армения не оккупирует районы Азербайджана, Армения не присутствует на территориях международно признанных Азербайджана, и, соответственно, теперь вопрос о том, что хорошие парни – это Армения, а плохие парни – Азербайджан. То, что сдерживало от более резкой оценки действий Азербайджана раньше, ввиду того, что ряд претензий можно было и формально поставить Армении, теперь исчез этот фактор. Почему очень важно, что Пашинян в Гренаде сейчас подписал договоренности с западными странами о том, как Армения видит урегулирование Азербайджана-армянского конфликта. Тем самым Армения продемонстрировала свою цивилизованность и приверженность и дала аргументы своим партнерам и друзьям на Западе, при этом сняв возможные претензии и поле критики, которым могла бы манипулировать азербайджанская сторона, фактически себя полностью отбелив и уйдя полностью на светлую сторону. А Азербайджан теперь, наоборот, остается в темной стороне однозначно и получает все копья в свою сторону. И третий момент. На территории Азербайджана находятся российские миротворцы, чей мандат до 25 года, и которые все же формально ответственны за безопасность армян Карабахского региона. Даже не справившись с этим, берем в кавычках, не справившись, не захотев реализовывать этот свой мандат, но тем не менее они там остаются. И пока там будет хотя бы один армянин, Россия сможет сказать, ну подождите, почему же, мы здесь еще есть. Азербайджан получает на своей территории теперь конфликтную точку, за которую будет держаться Запад в оценках действий Азербайджана, и в которой рукой залезла по локоть Россия. И теперь, если ранее миротворцы российские были впервые после 2020 года допущены на Южный Кавказ на спорные территории, то теперь это российские в кавычках миротворцы, это российский боевой контингент на территории Азербайджана. Это говорит о том, что Азербайджан территориальную целостность обменял на часть суверенитета. И теперь Азербайджан попадает в приблизительно ту же ситуацию геополитических тисков со стороны России, более слабых, поскольку все же сценарий максимум не реализовался, как в которых находилась и Армения. Вот так вот интересно поменялись роли. Олег, вот вы отметили, что Армения сегодня это хороший парень. Я бы хотел все-таки добавить, что Армения стала хорошим парнем ценой гибели нескольких сот наших соотечественников в Арцахе и ценой этнической чистки, жертвы которой стали более 100 тысяч наших соотечественников. Что бы я хотел сказать? Дело в том, что в результате всего того, что произошло, целью того, что произошло, это мое личное мнение, я могу ошибаться. Я полагаю, что вокруг того, что произошло на Горном Карабахе, вокруг этой этнической чистки, был консенсус все-таки. Мне кажется, что Алиев никогда бы не решился пойти на эти шаги, скажем так, без молчаливого согласия тех же США. И мне интересно, чем был обусловлен этот консенсус, чем было обусловлено это согласие, каким интересом. Мне кажется, что здесь произошла некая такая геополитическая комбинация, когда весь мир практически, то, что мы именуем международным сообществом, закрыл глаза на эту этническую чистку, жертвы которой стали наши соотечественники, с тем, чтобы Россия ушла из Нагорного Карабаха. Это мое личное мнение. Мне хотелось бы узнать, разделяете ли вы этот взгляд, если нет, то почему? Как вы видите эту ситуацию? Я признаю легитимность такого взгляда и отдельных его аргументов, я с ними согласен, но в целом мне кажется, что чуть-чуть акцент все-таки другой. Россию из региона выдавливали путем как раз дипломатических договоренностей между Азербайджаном и Арменией. Если бы конфликт вошел бы в рациональный и конструктивное русло разрешения его, согласно международному праву, где бы не доминировало силовое решение конфликта и не доминировали бы принципы территориальной целостности Азербайджана над безопасностью армян региона и принцип самоопределения армян региона не доминировали над принципом территориальной целостности Азербайджана, было бы на некую форму, в которой было бы удовлетворено в большей степени эти оба принципа, вернее все три принципа, в том числе ненасильственного разрешения конфликтов, то для России просто не осталось бы места. И это был бы не кровавый образ, не кровавый способ, каким образом начать залечивать, и этом убрать оттуда
эту российскую грязную зараженную руку, которая все время пытается теребить рану, не давать ей зарасти. Но так как это не удалось, Россия пошла на саботаж, и, соответственно, в этом разрезе, конечно, и Соединенные Штаты, и Запад выставляют определенный уровень приоритетности. И давайте будем абсолютно уже честно прагматичными тогда в своих оценках. Никто же не обязан воевать ни за Карабах, ни за Армению больше, нежели сами карабахцы, либо сами армяне. Точно так же, как и за Украину, я напомню сейчас, при всей поддержке, при всех симпатиях, при всех громких заявлениях относительно России, но тем не менее в Украине не воюют контингенты западных стран, и никто не присоединился к антипутинской коалиции своими штыками рядом с Украиной. Украинцы гибнут за свою независимость, а другие страны либо от самых пассивных просто наблюдают и сочувствуют, либо помогают вооружениями экономически для того, чтобы Украина могла продолжать борьбу. Поэтому и в случае Карабаха, конечно, и Армении, в данном случае мировое сообщество также расставляло определенные свои приоритеты, исходя из своих интересов, исходя из мандата своих обществ, ну, условно говоря. Франция при всей лояльности и симпатии к армянам, ну, у Макрона нет мандата от своих граждан на то, чтобы ввязываться в войну. Если бы он сейчас принял решение, например, отослать военный контингент, то это бы критически ударило по его поддержке, тем более, что нет никаких формальных обязательств для того, чтобы это делать. Были бы союзнические договоренности, была бы Армения в НАТО, например, или там Украина в НАТО, да, это была бы другая ситуация, но мы не там. И, соответственно, данная поддержка, она имеет целый ряд лимитов. И давайте вот теперь посмотрим глазами некого западного политика. Начинается эскалация. Ему ложат на стол аналитическую записку по региону с контекстом, с предметом и с возможными шагами, которые необходимо действовать. Что там говорится в контексте? Конфликт, он начался более 100 лет тому назад, да и, собственно, на этих территориях тысячелетиями происходили постоянные конфликты, перекраивание границ, и где там, кто там, это всегда с перспективы определенного столетия выглядит по-разному. Второе, там религиозный фактор, там этнический фактор. В общем, это очень комплексно и сложно. Окей, смотрим на стороны. Смотрят на Армению. Страна ВДКБ. То есть военный союзник, в военном союзе с Россией, союз, который строился как антизападный. А кто там по границам Армении стоит? Ух ты, у них стоит пограничная служба ФСБ России на границе. Да, укомплектована с местных, но этого в аналитике никто не напишет. Это уже такие детали, которые, собственно, профильные эксперты только знают. А что там еще? Там военная база России на территории Армении. Слушайте, и вы говорите, что это демократическое, прозападное государство, за которое мы должны сейчас вписаться, извините за простой язык, и нести на себе целый ряд тягот. Ну ладно, а что там в Карабахе? А в Карабахе плюс все это же, только еще и находятся российские миротворцы, которые имеют мандат, подписанный согласно трехсторонним договоренностям. Плюс там произошел переворот, и у власти стоят абсолютно пророссийские марионетки, которые сейчас подпишут под указом Москвы все, что угодно. И в случае, если там появится хотя бы какая-то поддержка Запада, они первые, кто объявят, что это враги, и сейчас пытаются нажиться на бедах карабахского народа, а Россия матушка, союзник и защитница, и не надо нас тут превращать в Сирию либо во что-то еще. И дальше по списку. То есть даже этих сейчас эпизодов достаточно, чтобы вы понимали, что и наши зрители, что ситуация развивалась не благодаря, а вопреки. И, соответственно, когда Россия привела своих марионеток в Карабахе, если до этого это были кланы, которые ориентировались, то в данном случае это были прямые марионетки, то с этого момента судьба Карабаха фактически предрешилась. Проще говоря, своей пассивной либо активной поддержкой данных действий России, наличие там миротворцев, а потом переворота, приведение марионеток к власти, народ Карабаха сам фактически создал эту ситуацию. У меня последний вопрос, дальше. Олег, да, логический вопрос. Можем ли мы предполагать и прогнозировать, что вся эта ситуация, которую вы вполне справедливо описали, весьма наглядно, может быть тогда применена и в случае Армении, если Азербайджан
по понуждению, по принуждению России решиться начать прямую агрессию теперь уже против территории Армении. Вот ровно для этого и из-за этого Соединенные Штаты объявили совместное учение, разместили свои войска вместе с армянами проходить обучение именно на территории Армении. Ведь можно было это сделать, например, на территории соседнего государства, либо в акватории провести, либо пригласить армянские войска к себе. Угу. Это был четкий и жесткий месседж того, что единственная демократия региона может рассчитывать на всеобъемлющую поддержку со стороны Запада. Штаты этот месседж отослали и потенциальным агрессорам, и собственным союзникам внутри НАТО и Западной коалиции, с тем, что Соединенные Штаты настроены максимально решительно. Не только Франция, не только классические союзники Армении в международном сообществе имеются дипломатические, но и непосредственно Соединенные Штаты. Это то, что нам сейчас дает возможность говорить о том, что Армения достаточно сделала шагов для того, чтобы убедить мировое сообщество, западное сообщество, в том, что Армении можно доверять. Достаточно ли это для того, чтобы в дальнейшем наращивать и углублять? Конечно же нет, это еще нет, еще целый ряд шагов должен произойти. Ведь в условно Соединенных Штатах сидят аналитики, которые просчитывают ситуацию по Армении. Говорят, ну знаете, мы сейчас действительно вот вложимся геополитически. При том, что на самом деле каких-то прямых жестких выгод, вот то, что это критически необходимо сейчас в интересах Соединенных Штатов, ну это спорный вопрос. Но сейчас вложимся по полной, а через пару лет там произойдет то же самое, что в Грузии. Придет пророссийский олигарх с пророссийскими политическими силами, и в общем мы получим эту точку как постоянную рану и признак нашей слабости и неспособности. Ведь это произойдет демократически, это произойдет без каких-либо переворотов. Готовы ли мы идти на эти риски, задумывается американский аналитик. Вот это сейчас то, через какую призму, очень упрощенно, я сейчас говорю, но смотрят на Западе и в части Соединенных Штатов ситуацию в Армении. Но то, что эти учения объявлены были, это показатель, что на сейчас и в сегодняшней сложившейся ситуации суперсила Армении, это ее демократичность, была отыграна на 101%, и она фактически сейчас и защитила Армению от того, чтобы повторить судьбу Карабаха. Благодарю вас, Олег, за ваш весьма тщательный, подробный, я бы сказал, визуальный анализ. Очень надеюсь, что наши зрители его не только услышали, но и увидели, как это сделал я. Очень надеюсь, что у нас будет возможность продолжить наше общение. Спасибо вам. Գիևից մեզ տեսակապով միացել էր քաղաքական մեկնաբան Օլեգ Սահակյանը, իսկ մենք վերադառնանք կարճ դադարից հետո։